понятно. Паран, Парамысь, Симба, в гиганта превратись. В какого еще гиганта? В кота. Ой, я перепутал. Друг, скорее ставь лайк, если веришь в Шайлу Шая. Ром, да покорми ты кота, не видишь, он просит. Сейчас, погоди, у меня игра. Ром, ты чего? Покорми кота. Да сейчас покормлю, некогда пока. И вообще сам покорми его. Вот ведь наглый, надо проучить Ромку. Парам, Парамысь, Симба в Шайлу Шая превратись. Хелпик, что с ним? Пап, с Симбой что-то не так. Ну что, Симба, Шайлу Шай, устроим Ромке? Вот, смотри. Он только что был здесь, пойдем его найдем. Хватит ерунду выдумывать, ты переиграл, наверное. Давай пей чай и на тренировку. Сыграем еще один раунд. Симба, команда «Кружка». Это еще что такое? Я не знаю. Быстро на тренировку собирайся. Но сначала прибери тут все. Вот от мамы попадет. Странно. Что здесь произошло? Может, это привидение? Что-то тут нечисто. Так вот оно что! Хелпик превратил Симбу в Шайлу Шая? Ладно! Пусть папа думает, то, что я на тренировке, а я буду следить за вредным Хелпиком. Ну сейчас они у меня попадутся. Симба, а давай везде устроим бардак! Пусть папа думает, что это Ромка! Вот Хелпик вредина! Он что, все еще на тренировку не уехал? Вот Ромка сейчас получит. Да Рома совсем обнаглел. Да-да. Кружку разбил. Да-да. Игрушки разбросал. Ой-ой-ой. Да еще и на тренировку не поехал. Это я плохой? Вот, смотри, я все записал. Симба, а давай везде устроим бардак. Пусть папа думает, что это Ром. Хелпик, значит, это ты. Ой. Все, Хелпик, ты наказан. Возвращай Симбу и отдавай все свои волшебные штучки. Ладно, Парам, Парамысь, Симба, в гиганта превратись. В какого еще гиганта? В кота. Ой, я перепутал. Пора убегать.